выполняет важное задание! Это что? Ой, простите, мэр Гудвей! Привет, Дэнни, все хорошо? Алекс сейчас везет свой мини-патруль на моем супербайке по проезжей части! На супербайке? Понятно, мы выезжаем! Известно, отважным щенкам все-все по зубам! Патруль! Наконец-то! Ноги еле крутят педали! Гонщик, расчистите дорогу для Алекса! Есть! Мы тебя спасем! Кто беспокоится? У нас задание доставить Кэти шампунь. Да, мини-патруль? Алекс, там утки! Ого! Осторожно, конусы! Ой, простите! Ого! Разве это не экстрим? Маршал, глуши двигатели! Ау! Водная пушка! Спасибо, маршал! О, похоже, мы еще едем! Ого! Еще как! Райдер, Алекс катится с холма! Я вызываю подмогу! Зума, садись в ховер и мчись к подножию холма! Быстро! Не ждать, бежать, спасать! Все будет хорошо, мини-патруль! Надеюсь! Крепче держитесь! Дерзкий Дэнни Экс уже близко! Осторожно, Дэнни! Все в порядке? Я дерзкий Дэнни Экс! Не достаешь до тормоза? Я за тебя достану, Алекс! Я такого не ожидал! И такого... Гонщик, поймай прицеп сетью! Молодец, гонщик! Теперь остановим Алекса! Да! Ты вовремя, Зума! Развернись пропеллерами к Алексу! Ладно, Райдер, сейчас развернусь! Ого! Залив! Прямо по курсу! Не беспокойся, мой друг, я задержу! Это очень круто! Классно! Простите, что я уехал на байке Дэнни, я нечаянно. Пока, мини-патруль, увидимся позже. Спасибо за помощь, Райдер. Пожалуйста, Алекс, если возникнут проблемы, ты только свистни. Хорошо. А сейчас помогу мэру Гудвей с ее клумбой. Отличная мысль. О, нет! Я забыла шампуни для Кэти! Миссия не выполнена! Ха, здорово! Прости, что это так затянулось, Беттина. Сделать тебе педикюр. Привет, Калли. Привет, Кэти. Мы привезли шампунь Беттине. Миссия выполнена. О, спасибо, Алекс. Спасибо, что поспешили. Алекс с мини-патрулем неожиданно сбежали из музея. О, нет. Уже темно. О! Мэр Гудвей не может им помочь. Она застряла. Ой-ой! И поэтому это задание для агента-гонщика. Используй прибор ночного видения для поисков в лесу. Агент-гонщик идет по следу. И Рокки.
Используй инструменты, чтобы открыть двери музея. Даю зеленый свет! Отлично! Отряд щенков к делу готов! Вперед, патруль! Вперед, патруль! Вперед, патруль! Натяжной трос! Держать щенки! Давай, Рокки, освободи двери, а мы поедем искать Алекса! Ха-ха, как смешно ты пищишь! Я назову тебя Пик! Не бойся, Пик, музей где-то недалеко, надеюсь. Есть что-нибудь, Гончик? Пока нет, Райдер. Включи фонарик, может, Алекс увидит. Оф, фонарь! Алекс! Алекс! Ура! Нас кто-то зовет! Уверен, это щенячий патруль. Идите сюда! Гончик, посвети в ту сторону. Ой, они не видят нас. Но у меня есть идея. Эй, мы здесь! Это Алекс! Мы нашли их! Вперед! Смотри, еще призраки! Нет, нет, не подходите ко мне, призраки! Я знаю, вас не существует! Кэш, брысь отсюда! А, помогите! А, что делать, а? Прости, что я сбежал без разрешения. Обещаю, я никогда больше не буду ходить гулять. Ночью один. Ничего, Алекс. Позвоним мэру Гудвей и сообщим, что вы на... Алло, мэр Гудвей. Мадам мэр, черепаха нашлась. Да, я так рада, что ты в порядке, Алекс. Теперь другая проблема. Кто знает, как слезть со спины тираннозавра? Осторожнее, мэр, этот скелет чрезвычайно хрупкий. Ого, надо поспешить. Маршал, встретимся в музее. Мэр Гудвей, нужна помощь. Ну что, зажжем? Ты как альпинист, тетя. О, спасибо. Но помни, в музее мы смотрим, но руками не трогаем. Мы как раз вовремя. Маршал, осторожнее с доспехами. Но почему они бегают по полу? А? Призраки? Никакие не призраки. Это просто мыши. О, фу. Одной проблемы меньше. Так, о, тише. Да, мне срочно нужно спуститься вниз. Уф, лестница! Спускайтесь, не бойтесь. Гончик, лови косточку. Лав, сеть. Скелет сейчас упадет! Я совсем не такую пижамную вечеринку сегодня планировала. Райдер, нужно поставить на место кость. Конечно, Алекс. Маршал, лови! Почти готово, почти готово. Получилось! Спасибо, Райдер, за то, что помогли и спасли полночи в музее. Пожалуйста, если возникнут проблемы, просто свистни. Это же Пик! Он теперь член мини-патруля. Мини-патруль! Гав, 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 гав. Следующий! И, наконец... Гав, 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 гав! Вот оно, сироповое дерево. Мы нашли его. Я просто поверну эту штуку и... Уху!
да будет сироп! Как медленно. Сделаем немного побыстрее. Ой! Алекс! Эй, дедушка, я достал нам сироп. Много сиропа. Эта штука не встает на место. Этот сироп такой липкий. Ой-ой-ой. Я знаю! Вот так! Я остановил сироп. Ну, часть сиропа. Но не волнуйся, мини-патруль поможет! Нам понадобится помощь посерьезнее. Ура! Щенячий патруль! Эй! Друзья должны держаться вместе. Только я не это имел в виду. Ладно, Маршал, пора здесь прибраться. Уф, водометы! Прохладно. Но не так липко, да, ребята? Спасибо, Маршал. Пошли, дедушка! Стой, Алекс! Ой, простите. Ничего, мы починим этот кран. Верно, Рокки? Конечно, Райдер. Клешня! Молоток! Работа нелегкая, но очень вкусная! Ням! Кали, что ты там делаешь? Ее напугал сироп, и она боится спускаться. Тогда ей надо помочь. Маршал, доставай лестницу. Ау-ау! Держись, Кали! Ау! Лестница! Ой-ой, моя лестница застряла! Она вся в сиропе! Мы починим ее, но сначала надо снять Кали. Скай? Да, Райдер! Кали застряла на дереве, нужно ей помочь. Щенки рождены летать! Ура, Скай! Ты спасла ее! Ай-ай, не нравится мне этот звук! Что это было? Скай, видишь что-нибудь оттуда? Очки! Это медведица! И она идет в нашу сторону! Может, она тоже хочет завтрак? Я уверена, она унюхала сироп. Как дела с краном, Рокки? Липко, но работает. Ладно, Алекс, вынимай палец на счет три. Раз, два, три! Все в норме! Надо уходить, пока медведь не появился. Райдер, одна проблемка. Моя клешня приклеилась к крану. Мой водомет должен помочь. Стой, стой, стой. Может быть, есть что-то еще? Ладно, попробуем. Этот сироп как клей. Торопитесь! Медведь подбирается все ближе и ближе. Попробую еще раз. Нет, это бесполезно. Ну же, мини-патруль, мы должны помочь! Блинчики! Алекс, не думаю, что сейчас время для завтрака. Это не для меня, дедушка. Эй, Скай, сможешь доставить спецзаказ голодной медведице? Конечно, Алекс! Ты тоже ухти и помогай! Алекс, медведица идет за блинами. О, все любят блинчики. Рокки, ты крепко влип. Думаю, тут поможет только одно. Знаю, знаю. Маршал, уф, водометы! Как мокро. Но спасибо.